Народный депутат Украины Александр Вилкул принял участие в круглом столе, организованном Европарламентом. В своем выступлении он рассказал, как используется зарубежный, прежде всего, европейский опыт для развития Днепропетровщины. Мы знакомы, вот сегодня встречались, работали со многими европейскими мэрами, руководителями регионов. Моя задача – привлечь европейские инвестиции, технологии, гранты в развитие и Днепропетровской, и Украины. Например, нам очень полезен будет опыт Восточной Германии, в которой, ну, такие же, как у нас, хрущевки и брежневки, которые путем утепления сделали так, что сегодня 70-80% тепла они сохраняют. То есть много очень хорошего опыта.